Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Невидимый гость. Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Судья 2014 года. В центре истории успешный адвокат, который приезжает в родной город на похороны матери и узнает, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнает родственников, с которыми давно вообще никак не общался. Адвокат дьявола 1997 года. В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди. Бойфренд с будущего 2013 года. Тиму повезло, он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а еще он умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза. Партнеры по жизни. Дружба лесбиянки Саши и натуралки Пейдж подвергнется серьезному испытанию, после того, как Пейдж решит впервые в жизни завязать серьезные отношения с парнем. Шпионский мост. Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание – договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика Ю-2. Крейсер. Лето 1945 года. До конца Второй мировой войны остались считанные недели. Крейсер ВМС США «Индианаполис» доставил на американскую военную базу на острове Тиньян боеголовку атомной бомбы. Славные парни 2016 года. Что бывает, когда напарником брутального костолома становится субтильный лопух? Наемный охранник Дженсен Хилли и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, которая оборачивается преступлением века. Смогут ли парни разгадать сложный ребус, если у каждого из них свои весьма индивидуальные методы? Сорголова 2015 года. В результате несчастного случая юный Мэтт Мердок теряет зрение, но зато все остальные его чувства усиливаются в десятки раз. Повзрослев, Мердок понимает, что хочет посвятить свою жизнь защите людей и борьбе с преступностью. Днем он успешный адвокат, а ночью мститель в маске по прозвищу Сорвиголова. Дальняя дорога 2015 года. Люк, экс-чемпион по родео, раздумывающий над возвращением в спорт. София, выпускница колледжа, получившая заманчивое предложение о работе в сфере искусства в Нью-Йорке. В то время как молодые люди пытаются сделать нелегкий выбор между чувствами и мечтами, жизнь сталкивает их со стариком Айрой. Воспоминания нового друга о его полувековых отношениях с женой вдохновляют Софию и Люка на главные решения в их жизни. Два поколения, две истории, вечная любовь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!